Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Рабочая неделя подошла к концу. Как провести выходные в Самаре, расскажу прямо сейчас. В эти выходные на станкозаводе пройдет второй хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге». Для горожан подготовили насыщенную программу из лекций, мастер-классов, игр и конкурсов. Например, в субботу в 12:00 на крыше кластера будет проходить книжный квиз. Во дворе игры на свежем воздухе, в медиа-центре мастер-классы по рисованию. В 18:00 всех желающих ждут на большой мастер-класс по бачате, а завершится день концертом авторских песен и фортепианных импровизаций. Оба дня будет работать открытый лекторий, на котором представители бизнеса, маркетинга и творческих профессий расскажут о современных креативных решениях в различных сферах. Вход на большую часть активностей свободный, но на некоторые требуется предварительная регистрация. Подробности о мероприятии можно узнать в социальных сетях фестиваля и на официальном сайте. 17 августа в Центральной городской библиотеке имени Надежды Крупской пройдет игра на знание цитат «Минимум слов, максимум смысла». Участникам предстоит внимательно прочитать высказывания на карточке, вспомнить жизненную позицию автора и найти правильные слова. Организаторы напоминают, эта игра не для проверки знаний, а для веселья и расширения кругозора. Вход свободный, начало в 13:00. В музее Эльдара Рязанова пройдет интерактивное занятие для детей «Старые игры о главном». На нем юные посетители нарисуют собственных волшебных персонажей, которые живут в сказочном мире. Ведущий занятия не будет помогать детям в процессе, а после, когда рисунки будут закончены, начнется игра «Море волнуется раз». Дети покажут своих героев, а ведущий попробует угадать их по рисункам. Участников ждут в это воскресенье 18 августа в 11:00. Этнопарк «Дружба народов» предлагает проводить последние летние дни и устроить праздник в честь главного сезонного лакомства – арбуз-пати. 18 августа в парке пройдет яркое и веселое событие, объединяющее семьи, друзей и всех любителей активного отдыха. В этот день пройдут традиционные мини-экскурсии в национальных подворьях, мастер-класс по карвингу, арбузный боулинг с призами от этнопарка. Всех посетителей угостят освежающими арбузными коктейлями. Праздник начнется в 10:00. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.